Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас коробочка Blue Box от Glambox, сделанная совместно с Blueprint. Тканевые маски от Holy Poly и Think Co. Далее идет вот такая картолетка от Clarins. И здесь пробник Double Serum и мужского геля. Два сэмпла парфюмированной воды от United Colors of Benetton и от Carolina Herrera. Все мелкое лежит внизу, но в этот раз наверху. Здесь мы видим карточки на скидку от разных брендов и вот такие сашетки кремов от Avène, Zaytoun и Elemis. Два карандаша, один для губ, один для глаз, от неизвестного мне бренда L'Arte del Bello. Полноразмер концентрированной сыворотки от Libriderm. Полноразмер скраба от бренда Perfect for You. Вот в такой коробочке гель для фиксации бровей от бренда Mixit. Очень приятный флакон, soft touch, на камере, наверное, не видно, но он очень приятный тактильно, очень стильно выглядит. Уже попадался в коробочке Glambox вот такой блеск для губ от бренда Latte Beauty. Travel формат питательного лосьона для тела от Naturalium. Также в коробочке лежит еще один лосьон для тела от бренда Palmers. Давно хотела попробовать данную маску от Clarins. Это увлажняющая и восстанавливающая крем-маска для лица, которая является их хитом. Еще одна маска хорошего бренда – это Elemis Superfood. Спряталась в углу коробочки сыворотка Vinopure от Caudalie. Миниатюра CC-крема от Arborian, гель для душа от Eden. От бренда L'Occitane концентрированная эмульсия для лица, драгоценный иммортель. Сэмпл парфюма от Wilhelm Parfumerie Poets of Berlin. Сухое масло для тела от бренда Zaytoun. Миниатюрки от Uriage, это гель для умывания Isiak и крем для лица Ксимос. Как мы видим, данная миниатюрка немножко не в формате. Полноразмерный BB-крем от Миша. И совсем последнее, что часто лежит в коробочках, это дерматологический флюид для кожи от Aderma и антиоксидантный крем с экстрактом черного чая для повышения упругости кожи от бренда Innisfree. Вот такая коробочка в этот раз. Из двух вариантов я заказывала Deluxe. Мне очень понравилось. Я бы даже сказала, что в восторге. А вам как? Всем желаю хорошего настроения и пока-пока!